Марина, так что тебе корыто делать с этой березой? А? А потом что? Столбовая дворянка, да? Марина, а потом владычицу морскую? Да, конечно, мечтаю просто быть. О, молодец. Я тебе корыто сделаю или с березы, или с осины. Пристала, видите? Корыто делаю жене. Надо расколоть, он, видите, уже расколол, уже по пальцу съездил нафиг. Колу детскую дали, она легкая, она не колет нифига. Будем пробовать березку жене колоть. Ух ты! Ай! Осал кусила. Вот так вот расколол. Ну по пальцу-то съездил. По пальцу-то здорово съездил. Я говорю, детскую надо было нормальную кувалду. Что это за кувалда? Ну, смотрите, ну что у тебя, это кувалда что ли? Вот так вот я колю. Не делайте так. А то по пальцу, правда, так. Чистись по пальцу.